Всем привет! Сегодня у нас будет обзор игры под названием «Растение против зомби Heroes» Plants vs. Zombie Heroes. А вот такая вот ярко-красочная картинка. Посмотрим, что это такое. Возможно, ну, во всяком случае, у меня такое складывается впечатление, что мы отошли от концепции Tower Defense. Это что-то будет другое. Есть, типа, например, Garden Warfare. Это, типа, стрелялка экшен. Есть и Tower Defense. То, что мы сейчас активно играем, ну и посмотрим, что это такое. Возможно, это будет дополнение, но похоже, что это тоже Tower Defense. В всяком случае, с первого взгляда у нас такое, как маленькое поле. Это даже не поле, а какая-то лужа, похоже. Одна дорожка. Все начинается так же, как и, например, в первой и во второй части начала. Но во всяком случае, сейчас мне видится, что эта концепция такой игры, наверное, многие в нее играли, если нет, называется Hearthstone или Hearthstone от компании Blizzard. Там такие как карты, и вы соревнуетесь с противником. У меня тоже есть определенные карты. И обратите внимание, в левой части, по-моему, сила удара, в правой количество жизни. В общем, вот такая вот концепция, на самом деле мне не очень понравилась. Может, в этой игре как-то мне это все зацепит. Но пока посмотрим. То же самое все, как Hearthstone. Абсолютно. Это не Tower... Ну, тоже как Tower Defense, только немножко с другим уклоном. Доктор Зомби сейчас появляется. Какой-то такой супергерой. Сейчас будем с ним бороться. Ну, растения все те же, ничего нового нет. Все взято из наших частей. А хотя немножко растения чуть-чуть преобразились. В всяком случае, это что касается костюма. Идея не уникальна. Ее разработчики содрали. Но, возможно, в растениях против зомби это будет как-то смотреться по-своему. Но пока вот такая вот ситуация. Хотя вот немножко идея другая, тут есть у нас как супергерой, помимо карт, это даже не карты, просто как растения. И помимо вот этих вот карт есть еще супергерой, такой нам он помогает, хотя, по-моему, это как общее количество жизни, если погибает супергерой, скорее всего, что мы проигрываем. А вот такая вот идея. У нашего героя 20 единиц, у зомби чуть поменьше, хотя изначально тоже было 20. Мы уже ему нанесли какой-то урон. А мы сейчас посадили какой-то свой цветок. По-моему, это что-то наподобие карамели или ромашки, даже не обратил внимания. Какой-то интересный цветок мы получили. Но у нас его нет. Возможно, это какой-то новый. Это, судя по всему, плант. Мы его сейчас применяем для нашего нового растения. И начинается бой. Мы наносим урон зомби. Но зомби сразу же погиб, так как там у него жизни не было. Однако мы не нанесли удар главному зомби. Такому как доктору зомбус. Ну это просто возможно как герой. Осталось в всяком случае ему очень немного. Мы сейчас посадили это как такой гриб. И каждый по растению наносит на поле по противнику. В общем, концепция такая же, как и Hearthstone. Все один в один. Но с некоторыми дополнениями. Не знаю насчет, будем ли мы играть. Пишите, комментируйте, что думаете по поводу этой игры. Возможно, поиграем парочку раундов. Сейчас прошли босса и получаем вдобавок тройной горох. Дополнительно к нашей колоде. И у нас очередной раунд. Видимо, весь раунд еще не закончился. Он разбит на некоторые как... Но у нас, кстати, в первой части тоже такое было. Вот в выживании. Там, например, уровень состоит из 5 там подэтапов. Или 4 подэтапа. В общем, достаточно. Достаточно для того, чтобы мы проходили миссию где-то в среднем за минут 20. Тут, наверное, это все то же самое. А мы получаем определенное растение. Есть у нас такое, как... Котик, кто еще? Гриб, качаная капуста и плант. Тут еще они немножко выглядят по-другому. Так, прорисовка чуть отличается, поэтому не всегда можно определить, какое где растение.
получаем добавок горящий горох. В общем, есть чем и обороняться, и наступать. У нас еще добавляется бассейн и крыша. Судя по всему, что в бассейне и в крыше могут быть не все растения. Но так оно и было у нас в игре. В первой части, например, на крыше мы могли только садить растения, которые бьют по навесной траектории. Ну а что касается бассейна, там у нас очень даже ничего, а прижился такой, как котик. Вот мы и будем там садить. Есть у нас качаная капуста, которая нанесла удар по зомби. И посадим чуть попозже кота. Но это не кот, это мне написали в первой части, что это называется рогоз, по-моему, так. Но я его называю такой, как котик, потому что он похож визуально. И что касается рогоза, не всегда напомнишь это название, такое себе. Появляется у нас какой-то водоплавающий зомби в бассейне. Мы в противовес ставим котяру нашего, который должен убрать его с бассейна, зомби. Ну и попутно сейчас качаная капуста наносит удар зомбоса. Доктор зомбос такой же. Пока что нам, к счастью, не нанес вообще ничего. У нас жизни 20, а у зомбоса чуть поменьше. И у нас есть определенная фора. То бишь мы тоже подошли к этому раунду в таком приподнятом настроении. И скорее всего, что мы его завершим на такой положительной ноте. Но посмотрим, что выкинут зомби. Появляется сейчас зомби с могилы прямо по центру. Там у нас нет абсолютно никакого растения для того, чтобы оно прикрыло, взяло на себя удар. И мы получили ряд один неприятный такой удар, который забрал у нас два сердечка. Но в жизни есть. Что не скажешь про доктора зомбоса. У него они тоже есть, но поменьше. То есть мы как... по-прежнему являемся фаворитами. Тройной горох стреляет, наносит зомбосу очередной удар. Никак не можем убрать этого зомби с поля посередине. У нас до сих пор нету абсолютно никакого растения. И появляется какой-то цветок. Я даже не знаю, возможно, это такой, как усилитель по типу планта. У нас плант тоже есть. Но пока поставим, наверное, именно растение. Рогоза у нас нету в воде, в принципе, и не надо, потому что в бассейне пока что никого нет, соответственно, можем садить на поле. Появляется у зомби, по-моему, он и был, в общем, кто-то по нам стреляет целой ракетой. Мы сейчас убираем зомби с поля, но пока что зомбоса не убрали, ему осталось буквально немного. И у нас появляется горящий горох. Опять замелькал вот этот вот цветок. Тут много есть, наверное, из своих фишек. Плента мы знаем, что это такое. Но вот есть еще ряд таких вот нюансов, которые позволяют нам усиливать наши шансы. Ну, в частности, мы уже одолели зомбоса. Ну, что могу сказать по игре. Мы уже прошли два раунда. Игра на любителя. Мне она что-то как-то не очень пока цепляет. Посмотрим, возможно, в будущем один разок я еще играну. Но, конечно, наша традиционная игра растения против зомби, да и Garden Warfare смотрится куда получше, по захватывающей. А мы сейчас вновь переходим в новый раунд. Будем соревноваться с зомбосом, уже кто-то появляется на крыше. И у нас выплывает такое, как сердце. Какое-то пояснение к нему. Это пояснение уже очень затянулось. Смотрим, что и как. Поле, я бы сказал, ну очень маленькое. Тут не развернуться. Но хотелось бы побольше растений. Это такие пожелания. Но, возможно, по ходу всяких соревнований, мы когда выйдем на общую карту, наверное, тоже будут какие-то зенгартены. Это мы... мнение. В общем, возможно, тоже сможем и приобретать растения заново, и поливать. В общем, тематика, конечно, будет похожа очень с нашей привычной игрой. Но не совсем жанра совпадает с Tower Defense, как я уже сказал. Так,
Тут у нас зомби уже фавориты. Я чуть нажал не совсем на ту кнопку и дал ход противнику. И пока у нас одно растение. В общем, надо быть очень аккуратным. Потому что у зомби получается... Ну, сейчас мы сравнялись. У нас по растениям 1-1. Хотя нет, уже 2-1. Потому что мы отдали ход зомби. Ставим горящий горох. Появляется такой интересный зомби с телефоном. Возможно, появится и во второй части. Тоже в качестве такого, как пехотинца. За нас вновь... Ну, это даже... Он у нас и так был, но наш главный герой наносит сокрушительный удар по противнику, оппоненту, и сносит ему очень даже большое количество жизни. То есть у нас немножко шансы сравнялись. Так, ну что ж, теперь наш ход. На крышу мы, к сожалению, горящий горох посадить не сможем. Но вот сделаем вот так вот. Что-то я использовал, очень много таких примочек. Я уже сказал, даже не знаю, что это такое. Возможно, будем постепенно все познавать. И появляется горящее дерево, которое мы получили перед началом уровня. Насколько я знаю, горящее дерево не подходит под качанную капусту, только лишь под горох. И со всеми горохами сочетается, кроме огненного. У нас огненный горох и так бьет огнем, огненными ядрами. Ну, а обычный горох... Все ядра, которые пролетают через горящее дерево, покрываются огнем. Вот когда-то Torchwood, это было одно из таких вот вооружений, которое я очень хотел взять. Наряду с Power Lily. Но уже со временем, когда появились, даже не то, что мы там взломали, просто уже когда появились такие уже более сильные вооружения, конечно, горящее дерево отпало само собой. Все-таки связка получается очень дорогой. Ну что ж, нашему зомбусу еще остается какое-то количество жизни. У нас опять сравняли шансы. Теперь 14-14. Но горящий горох наносит оппоненту удар. И теперь мы вновь фавориты. Да и растений у нас побольше. Вот интересно, как мы поставим бонгчой на поле. Насколько... Ну, это не то, что известно. Это сам факт, что бонгчой — это растение ближнего боя. А у нас, получается, растения находятся на каком-то расстоянии друг от друга, соответственно, бонгчой, ну, скорее всего, что-то предусмотрено, что салат все-таки дотянется своими листами до противника. Теперь наносим мы удар нашими вооружениями. Зомбусу осталось буквально ничего, 1 балл. И мы в шаге от очередной победы. Ну, это водная миссия первая. Соответственно, там, конечно, в дальнейшем не так будет все просто, как сейчас. Мы в любом случае должны победить. А если, например, играть против реальных, как и виртуальных противников в будущем, то, конечно, будет все очень не так легко и просто. Это сейчас такая, как шара, чтобы сложилось у игроков впечатление о новой игре. Игра своеобразна на любителя, поэтому не знаю насчет прохождения в будущем. Пишите, комментируйте, что думаете. Там будем думать. Пока появляется у нас такой анимационный мультик и присутствует Безумный Дэйв. А на этом, я думаю, что будем заканчивать видео. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока.